Дети – самая незащищенная часть общества. В связи с этим легко становятся жертвами преступлений. Поэтому важно объяснить ребенку правила поведения на улице, чтобы он не был вовлечен в противоправную деятельность, а также не стал ее жертвой. Для этого ребенку нужно навсегда усвоить правило четырех «не». Не разговаривай с незнакомыми людьми и не впускай их в дом. Не заходи с ними в лифт или подъезд. Не садись в машину к незнакомцам. Не задерживайся на улице после школы, тем более с наступлением темноты. Также нужно помнить правила поведения на улице. Выходя на улицу, будь осторожен, не выбегай из подъезда, ты можешь оказаться под колесами машины. Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их. Если тебя пытаются втянуть в спор или разговор, уходи немедленно. Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, ни в коем случае не провожай их, даже если тебе с ними по пути. Никогда не принимай от незнакомцев сладости. Не принимай предложения посмотреть щенков или котят. Помните, доброжелательный с виду незнакомец может оказаться преступником. Не подвергайте себя опасности.